Продолжаем после матчевую пресс-конференцию. На ваши вопросы готов ответить главный тренер футбольного клуба СКА «Хабаровск» Алексей Подубский. Алексей Николаевич, поздравляем вас с победой. Спасибо. Ваш комментарий по игре. Коротко можно? Ну, мы были сегодня сильнее. Коллеги, вопросы? Здравствуйте, Евгений Попов, Хаб. Во-первых, с победой. Спасибо. Короткий вопрос. Были ли в вашей карьере более крупные победы, чем сегодня? Нет, не было. Это рекорд, ну, первая большая победа, крупная. А сегодня со стороны казалось, что в атаке у СКА получается просто все, что могло вообще получаться. Это, ну, просто звезды так совпали, или то есть, такая была задумка на игру, тактический план именно он сработал так, как он в идеале играл? Ну, тактический план был прессинговать высоким прессингом команду. Знали, что они играют 3 центральных защитника, поэтому мы готовились к этой игре. И, ну, может, и звезды так сошлись, что мы забили сегодня столько голов. После первого тайма при счете 3-1 были опасения, что, может быть, СКА сядет, ну, так называемый автобус выставит и начнет просто оборонять счет. Но этого не произошло. Команда, пусть, может быть, чуть меньше, но продолжила атаковать до самого конца. Это ваше было, ну, вылетали в быстрые атаки, да, и мяч залетал в ворота соперника. Да, план такой был на игру. Знали, что у Черноморца очень хорошая команда. Не зря они находятся вверху турнирной таблицы. Но ребята молодцы. С каждой игрой они верят в свои силы, что они могут забивать. Вот порадовал, что пропустили один, но все равно. Могли и больше. Ну и такие победы, наверное, должны раскрепостить команду, придать ей сил перед выездом. Да, она у нас не закрепощенная была. Атмосфера хорошая. Ту-ту-ту. Спасибо и удачи на выезде. Спасибо.